в торговый пункт. Сейчас торговый пункт. Сейчас вся оборонка у нас в городе. Часовой тут вот полет, где радары делали большие. Уже сейчас все застроили. Лесопаркова есть на выход? Да, да.
большой пересыльный пункт. Чуть ниже, ну вот если будете по Киров, будете спускаться, Киров, то упирается улица Труда. Это Труда, раньше был Сибирский тракт. И по этому тракту гнали каторжан. Здесь у них пересылка была. Здесь их пересылали. И дальше там, по этапу отправлялись. Вот, вот в этом здании, вот здесь, где эти флаги. Вот там он был. И витрину чуть-чуть. Молодые люди, пройдите, пожалуйста, внутрь салона. Будьте любезны, спасибо. Вокзал.
Ну вот мы и прокатились на троечке. Немножко нас водитель провел экскурсию нам. Правда, говорил тихо, наверное, плохо было слышно, но зато мы город посмотрели из окна маршрутки. Так, все, наш сигнал зелененький. И идем мы как раз, ребятки, с вами к железнодорожному вокзалу. Что я и хотел, как раз он сейчас в лучах солнышка подсвечивается, очень даже удобно. Нам как раз его сейчас поснимать. Памятник. Да, стоило мне на площади у памятника остановиться, и вокруг меня сразу собрались голодающие гульки. Так, вот он, ребятки, вокзал железнодорожный Челябинский во всей красе. Правда, вечером здесь красивая подсветочка, но не знаю, как всегда говорю, до вечера, наверное, я здесь не пробуду, а по сути, всегда хожу по городу до самой темноты. Так, Урал, опорный край, держава, ее добытчик и кузнец. Да, конечно, против солнца плохо видно у нас. Мужичок такой могучий, Урал. Так, ну что, мы плавно переходим на вокзал. Надо только посмотреть, где у нас пешеходный переход. В принципе, он есть и с этой стороны, и с той. Наверное, лучше зайти как раз со стороны пирамиды. А это, наверное, большой торговый центр. Он, наверное, так и называется, пирамида. Пойдемте прогуляемся, как раз мы пойдем, солнышко нам будет светить затылок, и мы как раз с вами весь вокзальчик. Ой, а рядом там еще и храм какой-то стоит или соборчик. Сейчас давайте мы как раз с него и начнем.